Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы в саднике Улуха. Так, Громель. Слушай, прокачался наш Громелек, и я думаю, что Я его буду, наверное, дальше прокачивать. Пускай он пока здесь постоит, я тут кое-что гляну. Так, древесина. Не то, что мне нужно. Древесины у нас и так дофигища. Куда мне ее тратить? У меня сейчас эти драконы просто будут стоять. Так, сейчас мы найдем, куда ребят потратить. Поехали. Хорошо, когда есть драконы, которые за древесину ищут нам руду. Вот, например, этот тоже, да? Не против. Лети, пташка. Так, ты за рыбой. Ты у нас тоже за рыбой полетишь. А ты у меня полетишь за древесиной. Так, а весночес еще, я так понял, не успел собрать, да? Ну, это понятно, это мелкотня. Мелкотня пускай пока постоит. Мы тут... Вот, вот здесь нужно, блин, 264. Я его должен, ребята, прокачать на 92 уровень. Так, ну что ты мне тут даешь? Ну, конечно, ты вот этот мне. Яйцо скользкопева. С пустыми руками. Блин, даст мне, я уже даже предвижу, какое он яйцо мне выдаст. Так, хорошо. Нам нужно дофига рыбы. Мне нужно 200 там с лишним. А где я возьму столько рыбы? Да, ну, 200 с лишним миллионов рыбы я... У меня 112 пока. Древоруб тут что-то загрустил. Древоруба, кстати, тоже нужно прокачивать до 124 уровня, если честно. Но мне нужен вот этот вот. А железо у меня всего лишь 133. Я, видимо, не отправлял, да, никого в той серии. Да, я, видимо, никого не отправлял, поэтому железа у меня сегодня и нету. Так что Громеля можно смело, ребят, куда-то отправлять. Все равно не получится мне его сейчас прокачать. Пак. Дракон. Бесплатно. Я уже знаю, что там шестеренку мне выдадут. 100% тебе говорю. Так же, как здесь, вот тусклый янтарь выдают. И ничего ты с этим не поделаешь. Какие бы хорошие награды бы тебе не показывали, все равно дадут фуфло. Я почему-то думал, что тусклый янтарь выдадут. Так, ожидание, давай так сделаем. Ну что, с этими вроде бы все, разобрались, да? Что-то за листочек стоит. А, понятно. Так, это еще через 5 часов. Тут у нас что? Тут у нас награды. Давай получим одну. Глянем, что нам тут выдадут. Конфеты. Жатвенные сласти. Я даже, ребята, не буду ни на что копить. Я буду сразу открывать пак. И ничего тут крутого, блин, мне не выпало. Дребудень какая-то. Да, я отказываюсь от вашего нелепого предложения. Так, древесину я забрал. Здесь открываем, ребята, пак. Ну, обычный, да, обычный. Редкие у нас закончились. У нас скоро все паки закончатся. Так, давай. Бесплатный. Костолом, Громель, защитник. 10 рун всего лишь. Так, теперь по нашим драконам пробежимся. Забрать. Отправить. Так, здесь забираем. И отправляем.
И здесь то же самое. Такс. Пускай летит. Так, у меня, по-моему, еще на каком-то острове. Пускай он летит за рыбой. Урчамень. Блин, 264 миллиона. Не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, давай переходить тогда к событию. Вот оно. Поехали. Ну что, нам... А что у нас там... Ай, тусклый янтарь. Тусклый, блин, янтарь. Награда, конечно, так себе. Точнее, не тусклый, а блестящий. Но все равно это не очень достойная награда. Так, ребят, здесь интересно, почему-то две волны. Было три. Мы перешли на две. Странно, конечно, это все. Последняя волна. Костолом. Угу. Пока сделаем таким вот образом. Потом через отхил. Скорее всего, я буду наказывать. Если успею, конечно. Да, должен. Так, влупим сюда. Через отхил уничтожим. Угу. Так, будет разбег делать? Ну, куда? Куда же он без, без своего плешивого разбега? Иначе это был бы не костолом. Так, я боюсь, ребят, фаерволом пахнет. Странно. Так, добью, короче, я этого. Я знаю, что он сейчас мне, скорее всего, уничтожит барсика с разбега. Для меня это ничего удивительного нету. Спасти барсика я мог бы, ребят, но зачем? Если мы в совокупности просто с тобой выиграем здесь схватку. Ну, давай посмотрим, что тут нам дадут. Древесину, а я бы, конечно, хотел лучше рыбы получить. В таком же эквиваленте. Что, ребята, мини-босс? Мини-босс у нас. Блин, тут три волны. Три волны и мини-босс? Не приборзели ли вы, сударь? Здоровский, блин. Да, этот вымораживает по полной программе, понижая броню. Так, ладно, сейчас мы с этим разберемся. Он у нас идет страж. Нам надо химнуться, во-первых. Нам надо химнуться. У него что? У него, по-моему, хил идет, да? Хил броня. Насколько я помню. Черт, наверное, так придется все-таки делать. Я не хотел тратить энергию, но... Вынудили. Два престиголовых плюс водорез. Тоже та еще командочка. Я надеюсь, водорез не будет мне печатать. Фаербол полетит. Угу. Ладно, сделаем так. А на следующем ходу будет отхил. Минус один у нас тут будет, да? Но барсик-то не залечился. О, уклонение, друзья. Барсик-то не залечился и... Угу. Так, ребят, не забывайте, что это вторая волна. Еще третья будет, главное, самое. С мини-боссом. Блин, все-таки броню снизил. Вот добьет он или нет, а? Молодец. И последний, кто мини-босс? Тут их два.
И это водорезы. Два водореза, блин. Не очень хорошо. Ну и плюс, конечно же, громилек. Ладно, если мы с тобой хотя бы одного минусанем, будет полегче. Чуть-чуть. Этот будет блокировать. Нет, он не блокирует. Это фаербольщик. С массовой, ребята, атакой. Ёк-макарёк, блин, а. У меня другого варианта не было. Мне надо было вот именно так сделать. Пш. Ты издеваешься. Да отвали, не трогай меня, блин. О, щит. А вот как тут-то быть теперь? Я чувствую сейчас. Слушай, ну может быть каким-то чудом. По идее, друзья. Да, ему кранты. Фью, повезло-то как, а? Ну-ка, давай посмотрим. Опять древесина. Да вы достали уже своей древесиной, блин. У меня уже и так ее некуда ложить. Ну что, ареновский пак. Ну, это для новичков. Тут ничего такого особенного не будет. Дальше у нас обычный бой проходящий. И уже будет ареновский пак уже получше. Опять же, ребят, три волны, блин. Но хотя бы на первой волне дали нам одного противника. Это острокрылый змеевик. А на второй волне кревет. Так, и нас наш живака. Да, любитель пожевать. Пещерный скалотряс. Блин, ну этому тоже, конечно, не... Ёк-макарёк. Короче, делаем так, ребята. Берем его в слепоту. Иначе чревато. Под усилением он будет тут так жахать, что мама не горюй. Добить бы нам его как-то быстрее. Ну все, Барсик его добьет. И мы переходим на последнюю третью волну. Кто у нас там? Водорез и громилек. Начнем с водореза, так как он фиол. Нам проще его размотать, чем того же самого громиля стража. Ну давай. Так, хорошо. Докусываем. Ну вот громиль остался у нас один. На четвертом ходу, на четвертой энергии, точнее, он сделает что? Ну, понятно, что он сделает. А мы ему не дадим, ребята, сделать. Просто не дадим. Точнее, он сделает, но он не попадет. Он слепой. А мы его будем дальше спокойненько разбирать. Вот и все. А здесь нам достается рыба, но слишком мало. Ну, хотя бы на этом спасибо. Так, заберем с тобой элитных. Давай. Шторморез. Друзья мои, у нас шипорез готов прокачаться, так же, как и душитель. Ну что, опять мини-босс. Опять, ребята, мини-босс, и давай смотреть. Надеюсь, не три волны, блин. Нет, три волны, твою налево. И начинает, ты посмотри, начало какое. Ну, не совсем оборзели. Кревет, блин. Чудовище, и еще и громоль с массовой атакой. Ну и ты видишь, что они тут начинают делать. Все почему-то нападают.
трэш. Я так хочу сделать. Барсик, красавчик. Ну, понятно, этот усиливает себе атаку. Значит, что нам надо сделать? Размотаем мы его за два хода? Да, размотаем. Отлично. Ну и ждем фаербол. Как ты меня раздражаешь, а? Слишком мощная атака для такого мелкого засранца. Ну что, понижаем ему тогда броню и дальше уже добиваем. Это была только первая волна. Вторая. Опять два пристеголовых, опять два фаербольщика и змеевик острокрылый. Вот что он делает. А, так это мини-босс? А почему он здесь на второй волне? Я не понял. Почему мини-босс на второй волне? Я что-то не врубился. Не, я серьезно, ребята, я не понял, почему... Обычно мини-боссы у нас, ну, идут на второй волне. Ой, на второй, на третьей. А они его сюда воткнули. Хорошо, давай посмотрим. Ё-пырсоте! Ё-моё! Да еще и все стражи. Ну, вы издеваться гораздо, конечно, гораздо. Ладно, в первую очередь душителя валим. А дальше, ребят, по обстоятельствам. Трэш. Заблокировал мне способности. Так, ну что у нас тут получается? Давай так делать, наверное. Короче, помнишь схему, когда мы... Когда мы с тобой... Вешали слепоту на громобоя. Ну да, получается, на громобоя. А сами пинали в этот момент. Громобоя же и пинали. По-моему, так. Но... Ну что ж, добиваем, друзья, здесь. И вот тут вот самое страшное, знаешь почему? Тут-то мы с тобой потратим, понятно, но вот здесь уже придется делать вот так. Смотри. И если бы я сейчас не повесил, ребята, ему слепоту, ох, нам бы сейчас было бы не сладко. Барсик бы точно погиб, это факт. Эти бы были бы заморожены, то есть он бы еще бы по ходу сделал бы, да? Наказав нас там солидным количеством ХП. То есть вот только такая схема работает на него. Но это еще не главный босс, главный босс будет впереди. По-моему, пора, ребята, уже наказывать его по всей строгости. Барсик, давай. Отлично. Ну вот, вот, могут же, когда хотят, дать нормальное мне количество рыбы. Так, забираем с тобой загадочный пак и переходим на босса. Ну если еще на боссе сейчас, ребята, будет три волны, ну я не знаю. Это будет жесть. Благо две волны, но начинается... Ой-ой-ой. Но начинается... Ну ты сам видишь, с чего начинается все. Не надо. Он, блин, еще и ускорение влепил себе. И чё?
Блин, раз-два. Они вдвоем потом будут ходить. Ладно, сделаем так. Вау! Промахнулся, ребята, он промахнулся, прикинь. Это дорогого стоит, кстати. Но опять же. Так, короче. Ребята, надо делать вот так вот. Опа, нифига он. Так, что делаем? Хиляемся, наверное. Добьем этого сморчка. Давай так сделаем. Пускай он его кусает. Оу! Кусает, он его просто сдул. Еще не легче. Ладно, попробуем сделать так. Так. Смотрим внимательно. Чё? Фига ты, фига он лупит. Но это правильно, это элитник, это босс, это самый главный, ребят. Ну чё, раз-два, добиваем, получается, тогда, да? Хорошо, сделаем так. В этот момент будем по возможности, блин. Спасибо. Ты сейчас мне очень круто помог. Я думаю, даже можно, наверное, не трогать его. Можно вот этим разобраться. Он сейчас уничтожит живо, да? Спасибо тебе огромное. Нормально. Он, ну, конечно, да, по атаке это что-то с чем-то, ребят. Трешовенький такой босс. Так, древесина. Древесиночка. Ну, у нас ее и так много, ребят. И забираем наш блестящий янтарь. Две штуки. Выполните серию испытаний. Выполнил. Вау. Награду даже получим. Даже две награды? Серьезно? Так. Шепот смерти, громобой, древоруб. 5 рун всего лишь. Ну и конфеточки, сладости. 250 штук. Так, здесь открываем опять же загадочный. Ничего в этом загадочного нету, ребят. Фуфляндию какую-то предлагают, и все. Так, по поводу... По поводу... А, поищите яйцекуса теперь. Теперь нам нужно яйцекуса искать. Две, ребят, попытки на его поиски. Хорошо. Так, я хотел... Подожди, я кого-то хотел докачать. Тебя, что ли, парень? Или... Погоди, а кого ты? Блин, я же кого-то хотел... Я же специально не... Тебе, что ли? Вот. Вот, лети, лети, тренируйся. Это будет хорошо. Теперь он будет нам еще больше приносить рыбы. Так, а тебе-то что с тобой? Блин, дофига ты стоишь, парень, дофига. Да я даже не знаю, кого-то хочется и надо бы. Древоруб, а ты что грустишь? Может быть, тебе
Полторы тысячи. Полторы тысячи он просит за то, что он будет дальше прокачиваться. Тут 375. То есть Громоль обычный, ну, мне во много дешевле обходится. Вообще, вот эти вот обычные драконы намного дешевле, ребята, мне обходятся в прокачке, чем тех же самых элитников, которые вы мне посоветовали. Да, я не спорю, они, может быть, приносят больше, но именно сколько на них ресурсов надо тратить. Это, конечно, несопоставимо с обычными, с прокачкой обычных. Сейчас не понял, что там. А, это крылатый страж, думаю, что за. Лети, страж, качайся. Так, у нас древесина есть там? Давай-ка мы этого парня отправим. Все равно нам эту древесину, ну просто некуда девать, ребят. И копить ее тоже нет смысла. Вот, ребят, давайте в комментариях напишите, что лучше мне делать. Все-таки прокачивать драконов или же нам копить это и прокачивать две ветряные мельницы. 10 тысяч железа нам нужно, чтобы прокачать два домика. И чтобы мы с тобой... А что мы с тобой сделаем тогда? Ну, прокачаем мы, и что дальше? Что у нас там дает это все? А, мы сможем получить больше викингов. По-моему, так, да? А больше викингов, соответственно, новой территории. В общем, напиши мне в комментариях. Этого бы парня тоже прокачать. Все-таки железо носит. Да, пускай не так много, но носит. Ну, что ты там стоишь, грустишь? Иди собирай. Стоит там. Высматривает чего-то. Через 5 часов колодец заполнится. Вроде бы я больше никого не смогу ничего сделать, ребят. Поэтому можно было бы поднять один уровень, но... Что но? Но не хватает рыбы нам, да? Но у нас есть паки. Мы про них-то, ребят, не забываем. Куда ты лезешь-то? Так, паки с ресурсами. Погоди. Стоп. А где наш эти... Рынок? Вот этот, что ли? Это то же самое. Че, вообще, что ли, Рей забыл? Вот, вот, за монетки же твою налево. Ну что, где у нас там рыбный промысел? Вот он. Эх, рыбный промысел. Давайте по уровню поднимем. Да, и пускай идет тренируется. Ну, чего? Куда нам древесина? Древесина нам не нужна. Теперь она нам, блин, нужна. Что за закон подлости-то такой, а? Требования для улучшения. Викинги. Все в этих викингов упирается. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!